приближаемся к деревне. Скорее бы вернуться в цивилизацию. Эти постройки не похожи на руины в Мексике. В записях отца что-нибудь говорилось про Перу? Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... Или? Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Кажется, тут можно выбраться. Иона, помоги мне с этим. 3, 2, 1. Ты цела? Помоги-ка мне. У тебя спина в крови. Я займусь лагерем. Да, я посмотрю. Так себе. Знаешь, нам тут столько довелось испытать. Я невольно думаю про брата. Я всегда защищал его. От отца, от самого себя. Но он погиб. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте, в нужное время.
он был бы жив. Будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, Ионы. Спасибо. Я скучаю. Знаю. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Да? Угу. Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал. Прятал вещи, особенно ее. Зачем он это делал? Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Твой отец оставил больше тайн, чем раскрыл. Доминге сказал, при помощи серебряного ларца из чели он преобразит мир. Будь у тебя эта сила, что б ты сделал? Впал бы в панику. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата? Потерять все остальное? Нет уж. Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю, сейчас его часть. Колотящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Темный путь сторожат летучие мыши, молвил рыцарь. Белая королева одарила его загадочной улыбкой, сказав: «Мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь». Что у нас здесь? Ты, я и тиранозавр в Египте. А где папа? На работе. Взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Неужели ты несчастлив с нами? Это открытие чрезвычайно важно. И мне плевать, что обо мне думают. Пап! Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал? Эй! Эй! Пап! Папа!
прошу, пап, очнись. Пап, не бросай меня. Привет. Как спалось? Опять снился тот сон. Про родителей? Да. Там дорога. Пойдем туда. Что происходит? Черт, Тринити, ложись. Черт! Грузовик встал. Я вижу. Что нам с этим делать? Иди за мной. Что ты делаешь? Назад, прячься. Ты отвечаешь за перевозку, да? Ну, я заехал на какой-то гнилой мост. Ага, не стрелять! Попались! Не стреляй, они с нами. И гляди в оба. Я должен проверить, что там. Хорошо. Поставь его там. Смотри, чтобы никто не просочился. Оцепите весь этот сектор. Да, сэр. Если тут что-то есть, мы это найдем. Когда было последнее обслуживание? Все проржавело. Стукайся, Мендес. Что мы тут ищем? Все, что движется и не движется. Они еще не нашли ту реликвию? Хотел бы я первый до нее добраться. Я нет. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом скорее. Нет, спасибо. Я лучше посижу тут и поищу противника. Меньше слов, больше дела, господа. Хорош лениться. Есть, сэр. Лара! Путь свободен. Тихо. Чем занят твой отряд? Я проверю. Их дело не видами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Мы знаем, где главный храм. Сейчас нам надо найти любые Стой. Развалины, которые мы могли пропустить. Хорошо. Он серьезно застрял. Боюсь, его лучше не трогать. Нам придется укрепить мост. Будет трудно найти, на что опереться. Почему ты не проверил мост? Я же велел. Ну да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Отвали, я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его БТРом? Ладно, может, я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Иди влево, я с ними разберусь. Да что за... Прячься. Дэйв, Сэмми! Придурки, я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Дэйв, мы несем потери! Даже не думай! Стоп тебя! Стоп! Спасибо. Все хорошо? Да. Держи. Надеюсь, это последний. Повезло. Да. Как они сюда попали? Не знаю. Не совсем та цивилизация, на которую я надеялся. Рука чешется. Значит, заживает. Тогда, может, лучше бы не заживала. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Кстати,
Моя бабушка пережила цунами в 60. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор она могла заранее чувствовать извержение вулкана, бури. И не только. Давай, пошли. Как думаешь, что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим, поймем. Да. Вижу людей внизу. Надеюсь, нам помогут. Давай, ты будешь вести переговоры. Но... Привет. Здесь где-нибудь поблизости можно заночевать? Как вас занесло в такую глушь? От экскурсии отбились? Нет. Сюда люди заходили, искали артефакты. Ваши друзья? Тринити. Уж точно нет. Пора мне отдохнуть. Идемте. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе – мотель. Осторожность не помешает. Кстати, я Иона. Эбби. Лара. Входите, садитесь. Карлос, три. Так, что вам у нас понадобилось? Ну, мы пытались решить загадку, но самолет упал. В смысле, разбился? Да. И вы остались целы, невредимы? Ну, а что там? Летел невысоко. Вообще-то мы ищем руины Майя. Майя, вы в курсе, что вы в Перу, да? Да. Долгая история. Спасибо. Ты не очень-то похож на археолога. Это она археолог, а я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное севиче? Коронное блюдо. Разве что оно в джунглях растет. Но, ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? Где это сняли? О, в Мексике. А что? Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не Майя. Мои предки инки, к нашей гордости. А ты передохни здесь чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Ну что ж, не откажусь. Удачи. И тебе. Что-нибудь нужно? Привет. Ты работаешь на раскопках? Нет, я тут случайно. Ясно. Если что понадобится, в центре города есть рынок. Можешь пополнить там припасы. Спасибо. Не за что.
звучит глупо, особенно в таких обстоятельствах. Но я хочу сделать что-то особенное. Где твоя сестра? Отлично. Она слушает блюз на гитаре. Опять. Иди за ней. Скажи ей, что еда готова. Хочешь что-нибудь купить? Иона, я нашла руины инков, но основание храма кажется древнее. Да, Эбби вспомнила, где она видела этот символ. Он где-то внутри храма. Супер, передай ей спасибо. Я и так слышу. Ты, главное, не сломай там ничего. Жду тебя здесь, Лара. Снаружи храм кажется больше. Посмотри. Ишчель и Чакчель. Близнецы сходятся вместе. Что там? Лара! Что? Сказали, ничего не ломай. Я не ломаю. Я восстанавливаю оригинал. Кто-то хотел ее спрятать. Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. С ней что-то сделали? Как с той штукой в Мексике. Это путь к храму жизни. Иди, я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Я нашла храм. Отлично. Черт. Тринити уже здесь. Пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Дроны оказались слишком тяжелыми и резкими, но с лодкой, думаю, проблем не будет. Хорошо, что ты тут. У нас проблема. Опять генератор? Займусь. Мы искали под водой? А он хочет, чтобы мы искали.
Как нам выдадут оборудование для этого? Лучше. Мы запустили несколько подводных дронов. Жаль, мы не знаем, что творится. Штаб — это портовая станция. Операция «Волк»... Плохое время выбрал погулять. Тебе меня не поймать! Что это? Эти джунгли свели его с ума! Черт возьми, она на нас охотится! Надо остановить ее. Сейчас взгляну. Да, здесь есть база Тринити. Эй, Иона, я... О, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Не делай глупостей. Знаешь, зачем мы все закрываем? Затем, что командир Рурк приказал оцепить периметр. Никто не войдет и не выйдет. Я знаю, умник. Но ты понимаешь, зачем? За понимание мне не платят. Когда сюда прибудет разведка, может быть, нам что-то расскажут. Парвенир, это командир Рурк. Все перекрыто? Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, Парвенир. Все в порядке? Вот дерьмо. Надо осмотреться. Смотрите в оба и не облажайтесь. Я с тобой. Надо все осмотреть. Я не сдамся. Я один остался. Остались только мы двое. Сектор защищен. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землей, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Храм тоже под нашей защитой. Не знаю.
Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности. Мы несем потери! Иона, командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать, что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Касумеле, когда Домингес завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Здесь была бойня. Что случилось. Иона, я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Иш-чель слева. Чак-чель. Еще одна дверь.
Неужели еще не все? Здесь две даты и Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Иона, какая последняя цифра у Чакчель? Поперечная линия и две точки сверху. 7, наверное. Спасибо. Иона. Привет, это Эбби. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да, статуя кошки, большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично, тебе это понравится. Интересно.